Я не знал, что он раскачиваться еще может. Поза такая, как будто по телефону звонит. 28 октября 2018 год. Харьков. Экопарк Фельдмана. Бал Хризантем. Зоопарк. Еще и Хэллоуин. Прямо джекпот. Ладно, пойдем сюда, там мы еще не были. Ты посмотри, какая лапочка. Они же зимой сидят, как же. Только укрывают клетки, я знаю, на себе. Думал, мимикрия хорошего животного, нет, все-таки свита. Ах, посадили в клетку капусту. Привет, родной. Ты золотой мой. Ты у нас кто? Шиншилла. Шиншилла або долгохвоста шиншилла. То есть пока не отгрызли долгохвоста. Так, кто здесь? Вон маленькая что-то сидит. Далекосхитный кит. Что-то слишком далеко, далекосхитный кит. О! Тут создается ощущение, что ты на барабашово вот так. По звуковому сопровождению почти то же самое. Калита або квакер. Ну, наверное, все-таки больше квакер. Или жена квакера. Квакеры. Это, по-моему, религиозная какая-то ветвь. Квакеры. Вон он, глобус Харьков. Ух ты, какой прям неестественный цвет. Охра какая-то. Не знаю, что я кушаю каких-то червячочков. Пахнет рыбой. Хотя выглядят как птица. Ну, явно кормежка соответствующая. Упс. Ох, вы елки-палки. Вот это рясно, как у вас тут. Не тесно вам.
Ну, здесь, конечно, цвета прекрасные, просто такие радующие глаз. Я бы даже сказал, оба глаза. Свийский криль. Свийский — это домашний. Ух ты. Где-то, говорят, пингвинов еще даже привезли. Слон. Так, куда дальше? Ну, вот вообще. Какие-то длинноногие птицы. Их в засаде поджидает петух. Пытается себе нору выкопать. Я думал, это скульптура. Нет. Там птица. Вот, оказывается, кого прилетели все стрелы Ивана Дурака. Ох ты ж, боже ты мой. Там что-то живое. Медведи. Вот это да. Да, я смотрю, что решетки такой явно было бы недостаточно. Тут арматурины уже. Привет. Фу. Да. Крупнее, по-моему, только верблюд здесь был. Какая громадина. Пума. Пума спит. То ли две там пумы, то ли одна, но заплетенная в косичку. Еще один любитель возлежать в той позе, в которой пуля настигла. Ой, Вова, как мне хреново называется. Четвертая бутылка явно была лишней. Да, Мишка? А тут, кстати, решетка-то довольно жиденькая. Без арматуры. Что ж ты там себе проветриваешь, Мишуня? Тебя знаешь, у нас еще один будет. А тут красота. Свинки. Скотный двор. Боже, это безразмерный какой-то парк. Туда прошелся, назад прошелся. Явно же еще пропустил что-то. Там что? Там какие-то аттракционы.
Сейчас попробуем краем глаза. А, вон еще. Рогатая худоба. А это что? Серпентарий какой-нибудь. Наверное, что-то еще не открылось. Голуби. Ну, голуби. Вполне себе городские птицы насмотрелись. Железный дровосек. Да, смотри сюда. Да что, тебя ну, вон там и подрум. Ну хорошо, этот, наверное, не меньше, чем медведь. Шотландский высокогорный бык, либо шотландская высокогорная корова. Ну, я бы тоже побоялся подходить разбираться, бык это или корова. Довольно стрёмненько. Ну что, Маккейн, Макгрегор или как-то, Макгрегориня. Не, ну сопливенько, огородка. Неуютно я себя чувствую рядом с такой громадиной. За такой жиденькой решеточкой. А не приведи Господи, споткнется на него, рухнет. Ну ладно, я думаю, люди знают, что делают получше меня. Ну, ты посмотри, они даже с бирочкой какой-то. Чтоб не вынесли из магазина. Чтоб на кассе запипикало. Да, тут много чего появляется, конечно. В режиме нон-стоп. Ну, молодцы. И красавцы, Господи. Бесплатный парк. Бесплатный зоопарк. Совершенно роскошный. Не вижу, что там. Что-то есть. То ли дети толпятся, то ли животные резвятся. Да, вот он наш зализный дровосек. Да, бесплатный автобус, бесплатный парк, зоопарк. Только напитки, вкусности покупать уже придется. Опять же говорю, за счет того, что дикая посещаемость, автобусы бесплатные, просто забиты. О, а вон уже обезьянок выпустили. Сейчас пойдем посмотрим. Так что рекомендую просто. Если с героем труда едете не на космосе, на бесплатный автобус садиться, а просто идти на автостанцию, там 8.50 стоит билет, совершенные копейки. За 17 минут засек специально меня довезли. Это просто великолепно. От дома до зоопарка 17 минут. Ага, это все-таки...